Месяц назад там сгорел дом номер 5. В этот раз заполыхал номер 7. Местные жители, по словам городских блогеров, уверены, что это поджог. Пламя удалось потушить к 7 утра. В сгоревшем доме никто не проживал, но теперь за себя боятся жильцы соседнего дома номер 1. Там заселено 12 квартир. Напомню, что помимо двух вышеперечисленных зданий на Перелетной, в прошлом году пострадали от огня еще два дома – номер 3 и 9.